Что кушать в теплых краях? Мое видение кардинально меняется. Вот по-прежнему я жарю котлетки, мясо. И вот сейчас стою перед дилеммой. Либо покушать котлетки свинины с гарниром из гречки, либо все-таки постараться в связи с переездом в Сочи. Я здесь живу недавно. Тут много фруктов, овощей. И вот выбор есть: виноград, яблоко с бананами, огурцы, салат из моркови с чесноком. Здесь вот цветная капуста. И вот думаю, ну что же выбрать? Левую половину, привычную, или правую? И все больше склоняюсь, что надо переходить к правой стороне. Почему? Потому что очень много людей здесь питаются без мяса, даже без рыбы и яиц. Я думаю, ну это очень сложно, но по крайней мере хочу постепенно-постепенно переходить из более малого употребления мяса к большему употреблению фруктов и овощей. Посмотрим, что время покажет. Но, судя по многим видео, люди чувствуют себя очень хорошо. У них уменьшается холестерин, повышается иммунитет. И вот дальше. Ну что же, новый эксперимент, попробуем.